Креатив, позитив и молодость. В эти дни 120 талантливых и активных мальчишек и девчонок от 14 до 17 лет собрались в молодежном лагере «Дубрава». На протяжении 2 недель участников ждут интеллектуальные игры, театральные постановки, выступления экспертов, а также мастер-классы от профессионалов. Как проходит летний отдых краснодарских школьников, расскажет Вероника Веретенникова. Веселыми танцами в Дубраве начинается каждый день. Все потому, что в лагерь приехали самые творческие и активные юноши и девушки Краснодара. Участники 3-й летней смены «Креатив». Ребята активные, творческие. Кто-то поет, кто-то играет на музыкальном инструменте, кто-то рисует, кто-то танцует. Всем им будет предоставлена в течение смены возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты, удивить. Кто-то, может быть, не очень творческий, но смена поспособствует им раскрыться и найти какой-то творческий потенциал в себе. В этом году у смены новый формат. Каждый день новый вид творчества. Вокал, хореография, КВН, театр. А первый день после заезда посвятили журналистике. В гостях у креативщиков мой коллега, ведущий телеканала «Краснодар» Алексей Шулепов. Он рассказал ребятам о творческом процессе телевизионщика и раскрыл некоторые секреты публичного выступления. И вот наглядный пример ораторского мастерства. Неподготовленный ученик, который сдал экзамен. А пятерку поставите? Нет, не поставлю. А за находчивость? Нет, не поставлю. А четверку? Нет. А тройку? От лекции ребята в восторге. Засыпали гостя вопросами и долго не отпускали. Среди тех, кто взял советы телеведущего на заметку, Валерия Шкарлет. Ей всего 15, но она уже профессионал в хип-хопе. А еще занимается гимнастикой и акробатикой, конным спортом и восточными танцами. Первые впечатления от смены только самые лучшие. Не знаю насчет знаний, как здесь, что здесь, но точно с полным телефоном фотографий. Ярких эмоций и новых знакомств ожидает от смены ее соседка по комнате Полина Исакова. Я приехала сюда, чтобы завести новые знакомства, чтобы получить новые знания, чтобы творчески развиваться и получить новые способности, навыки. Впереди у этих позитивных девчонок и мальчишек целых 14 насыщенных знаниями, творчеством и развлечениями дней. А это значит, сейчас самое время по максимуму проявить себя, чтобы лето 2017 запомнилось надолго. Вероника Веретенникова, Николай Цедрик, Алена Чистякова, телекомпания «Краснодар».